Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить клавиатуру на телефоне TCL 20 SE. Для того, чтобы это сделать, сначала нам нужно, соответственно, перейти в настройки нашей клавиатуры. Чтобы это сделать, мы открываем клавиатуру на данном телефоне в любом приложении, неважно в каком. Дальше обязательно стираем весь текст, чтобы не было, вот, например, вот так вот, а просто стираем весь текст обязательно. И нажимаем на шестеренку в верхней части экрана, переходим в нее. Здесь у нас есть, соответственно, настройки клавиатуры. Давайте будем сначала настраивать клавиши и тему. То есть мы хотим ли мы видеть ряд цифр в верхней части клавиатуры. Также переключатель эмодзи хотим ли мы видеть или нет. Если мы включаем переключатель эмодзи, тогда у нас нет переключателя языков. И тогда нам нужно будет переключать язык с помощью пробела. Если, соответственно, у нас есть переключатель языков, то у нас не будет переключателя эмодзи. Дальше, хотим ли мы видеть эмодзи на клавиатуре символов. Мы также можем включить или выключить этот пункт. Здесь уже есть еще настройки. Думаю, вы сами можете это настроить. Например, увеличивать при нажатии. Также виброотклик, который вы можете включить или выключить. Дальше вот основные настройки, о которых мы бы хотели поговорить. Это тема нашей клавиатуры. То есть мы можем выбрать какую-то тему на ваш вкус, которую вы хотите. Например, давайте я выберу вот такую вот зеленую. Дальше мы выбираем контуры клавиш. Нажимаем «Применить». И тема была применена. Если вам не нравится ни одна из этих тем, вы можете скачать тему где-то с интернета и загрузить ее вот сюда вот. То есть поставить какую-то фотографию на вашу клавиатуру. То есть таким образом вы сможете нормально пользоваться вашей клавиатурой с фотографией какой-то красивой, которую вы выберете. Дальше, как вы видели, я выбрал такую зелененькую. Возвращаемся в нашу клавиатуру. И смотрим, что у нас теперь здесь появился и ряд цифр. И также у нас клавиатура стала зеленой. Дальше у нас здесь есть переключатель языков. Если бы у нас не было переключателя языков здесь, у нас бы была возможность вот в этой части экрана выбирать смайлики. А менять язык мы бы меняли вот таким вот образом. Зажимаем пробел и выбираем другой язык. На этом все. В этом видеоролике мы настроили клавиатуру на этом телефоне. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!